Я один, я долбоеб. работы нет у меня, семьи нету, мне уже 30 лет, денег тоже нету, я никому не нужен. Это записи сумасшедшего, нужно что-то делать, ведь скоро Новый год. Раз, 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 два, три раз два три на часах у меня два часа 25 минут это 11 декабря день вторник нужно присесть на этот красный диван и поговорить что скоро новый год до нового года осталось сколько же осталось дней до Нового года. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. В общем, до Нового года осталось двадцать дней. Это значит, нужно готовиться к Новому году. Готовить подарки. Плохо думается. Пока сижу, надо встать. Значит, подарки нужно готовить. Я немного отрастил бороду. Значит, я, возможно, стану будущим Дедом Морозом. И буду читать письма детей, которые мне должны вот-вот прислать письма. Я буду читать их письма. Если мне письмо понравится, я ему подарю iPhone на Новый год. Ведь я посчитаю, что этот ребенок заслужил iPhone. А если этот ребенок весь год плохо себя вел, я ему подарю вместо айфона конфетку с мандаринкой. Теперь можно присесть. Вот. И мне в этом деле поможет Снегурочка. Вот Снегурочка. Я ей скоро позвоню и скажу, помоги мне с Новым годом. Ну, Новый год это не только Снегурочка, Дед Мороз и подарки. Это еще когда люди ждут чуда. И это самое интересное, когда люди весь год ждут это чудо. Когда же произойдет чудо? А я думаю, что чудо произойдет, и всем повысит зарплату наконец-то, и люди перестанут жаловаться, что маленькая зарплата я к чему веду? Люди хотят накрыть хороший стол, чтобы люди могли купить наконец-то качественную водку, шампанское, рыбы купить, мандаринов. Какой же Новый год без хорошего стола? Нет, понятно, что, что у кого будет много денег, тот накроет и не только для себя, и для всей семьи, и для остальных. Вот. И Пойдет в духовочку и там, знаете, как в этих американских фильмах, э, сделают э, эту свинину или как там на Рождество э, индюшку, индюшечку эту, знаете, вот. Теперь нужно опять встать. Если у вас есть такая возможность кому-то подарить на Новый год подарок, обязательно подарите на Новый год подарок. Новый год это не только подарки, стихотворения, стол. Это время, когда вы можете... Просто вы обязаны побыть вместе с родственниками, написать кому-то письмо, может, перед кем-то, извиниться, чтобы этот человек на вас больше не обижался. И ко мне пришли мысли. Сейчас опять сяду. Возможно, вы тот человек, который... Ну, как вам сказать правильно? Не который. Возможно, возможно вы... Именно вы... Вот ты смотришь это видео, неважно, мужчина, ты женщина, мальчик, девочка, бабушка, может быть, дедушка. Возможно, ты или вы можете изменить ситуацию на Новый год. А очень просто, если вы кого-то поздравите, то, возможно, тот человек именно от вас ждал новогоднего поздравления. Э -э, вот. Вот такие вот ко мне, в общем, э -э, пришли мысли по поводу, что скоро Новый год. А если я здесь что-то не договорил, то это нормально. Тогда ждите новый видосик на моем основном канале. Потому что скоро Новый год. Да, и возможно надо было сказать, что не хватает снега. И мысль потерял.